Более 77 миллионов рублей задолжали жители Тюменской области за потребление голубого топлива компании-поставщику. «Газпром Межрегионгаз Север» ведет системную работу по ликвидации дебиторской задолженности физических лиц за поставленный природный газ. И когда предупреждения не действуют, газовики идут на крайние меры и отключают должников от газоснабжения. В один из таких рейдов вместе со специалистами отправилась и Елена Старожук. Вот так сантиметр за сантиметром газовики прощупывают трубу. Работа ювелирная. Важно не повредить распределительный газопровод и не создать аварийную ситуацию. Такая мера вынужденная. Потребитель задолжал компании более 100 тысяч рублей. Все попытки воззвать к совести оказались тщетны. Человек не открывает двери. Ну, сейчас приходится нашей компании приступать к установки заглушки на распределительном газопроводе. Долги тюменцев давно перевалили за 77 миллионов рублей. Более 1000 абонентов сегодня отключены от системы газоснабжения в регионе. Причем многотысячные долги накапливают, как правило, жители больших по площади частных домов и коттеджей. Они пытаются спрятаться за высокими заборами от сотрудников газовой службы и, соответственно, от оплаты за потребленный газ. Всего у нас планируется в рамках наших мероприятий посетить 2000 таких абонентов, которые планируются к отключению. Зачастую есть потребители, которые пользуются тем, что у нас нет возможности получить доступ к отключающему устройству и специально не платят. По таким потребителям мы проводим мероприятия с привлечением землеройной техники. Цель выездной работы – не отключить неплательщиков, а получить оплату по долгам. Как показывает практика, такие меры дисциплинируют. Зачастую в течение недели долги гасятся, и голубое топливо снова поступает в дома. Елена Старожук и Алексей Безделов. Тюменская служба новостей.